Все прекрасно. Единственное, грустно, что мы завтра вечером уезжаем с мужем в Москву. А он подарил мне сегодня утром такой букетик. Надо обрадоваться им за 2 дня. За город я пойду вот так. Ну, только с чистой головой и хорошими косичками, но думаю, понятно. Принцесса Средиземья готова в путешествие со своим новым чемоданчиком и практически совершенно новой сумочечкой. Мои цветочки, мои бой-бой-бой-бой. Жду, когда муж выкинет мусор, и идем на такси. Доброе. Пришли, значит, покушать с моим мужем. Сейчас позавтракаем и пойдем, вернее, поедем в Павелецкий Плаза выбирать ему вещи на осень. А то у него нифига нет на осень. Вот что-то прикупно. Какие дела? Сидим. Но это не важно. Завтрак аристократа. Заведение аристократа. Добрейшего утречка, денечка. Ладно, не получается так сделать, пока держу камеру. Я уже переоделась, не выдержала. Мы ждем открытия ТЦ, Павелецкая Плаза. Будем одевать моего пупусика и поедем на ТРЭ. Я пока придумываю вариант доехать до туда на метро, потому что на метро вроде как доехать можно, хотя это и за городом, и там совсем немножко надо будет проехаться на такси, чтобы не ехать на такси прямо из центра. Во-первых, дорого, во-вторых, а может и во-первых, мне скажется, мне станет плохо, Москва, пробки, все дела. Красиво. Это я про меня. Ну, вы поняли. Все, мне просто скучно. Так, мы самую малую закупились для моей куропаточки. Парочка пола. Пола. Ну, вы поняли. И футболочка от Lime. В 10 тысяч уложились. Пошли кушать. Конечно, по классике. Надеюсь, это все заработает у нас к вечеру. Как-то так. Значит так. Мы за городом на дни рождения. Я пью рислинг. Он не кислинг. Каламбуры 100-500.
Сейчас покажу игроков бильярд. Здесь великая битва. Никто не знает, выживут ли они. Я чтобы второй забить, вот так вот поворю. Это будет моей хитростью. Вот мы узнаем их секреты. Итак, наша комнатка. Нам отдали самую великолепную, как семейной паре. Жаль, люди не в браке не знают, что семейные пары в таких местах хотят отлично выспаться. Так что, надеюсь, это спасет нас от комаров. Как решил? Приехал. Расстелили, положили. Чисто, красиво, вкусно. Да, красиво, вкусно. Хочется сразу... Блин, этот запах и мужчины, и картошки. Погромче. Итак. Да. В общем, там целый буларчик. Да. Львица, ладно. Давай, растягивай. Марго, ты тоже должна. Я руку буду перевести. Теперь ты задышала. Не стишу никогда его. Основной подарок, потому что у нас приехал еще один человек, она не может без милости. Она очень милостливый человек, поэтому... Не то слово, милостливый. Ну там всякие девчачьи штучки. У нас вот такая штучка с нами спит в постели. Уже год. У нас есть Утя. Ой. Утя всегда с нами. У Ути появилась сестра. Вот, и пусть теперь эта Утя тоже теперь будет с тобой. Хорошо, такая штучка. Сейчас шлик, не шлик. Детский лайм, что думаете? Первый, наверное. Кофточек. Вообще по размеру все супер, но я как продавец. Хотела застегивать. Я поленилась вам подснять. Детская Зара. Вот это, кстати, село неплохо. Платье прикольное, если у вас большие бедра. Какая-то ерунда. Вот это я возьму. Вообще супер. Все, пошла кушать. Московские закаты. Эстетика, эстетика. Сейчас мы с вами до него дойдем. Потому что это не прям он. Так, 10 утра. Я красопеткинская женщина. Выискиваю своего муженька, который где-то вон на газоне прячется, ведет эфир. Хочу завтракать. Сейчас пойдем в серф. В какой-то один из миллиарда серфов, потому что тут реально 3 квадратных метра 5 серфов. Такие дела. Искала мужа 20 минут в этих кустах. Ой, тот еще голубочек. Ну, от слова голубь. Даже голубь, да? Курлыкалка ходячая. Сейчас я его атакую и оставлю со мной завтракать. Так, через 40 минут у меня экзамен. Можно понять, кстати, вещи, которые я купила. Одни из. Экзамен оказался онлайн, так что я сейчас пойду в номер готовиться к видеоконференции. Первые эмоции после экзамена сразу для вас. Было очень страшно, но на самом деле не так... Ну, сам экзамен не так страшен, как я боялась. И вопросы, которые задали, они были действительно по специальности, в которой я абсолютно не разбираюсь, но на первую, но можно было отвечать своими словами и даже со стороны как своего образования. И на первый вопрос я ответила достаточно хорошо, как я считаю, а вот второй вопрос я, конечно, с ним не справилась, но я и не рассчитывала, что я буду знать правовые документы в государственном деле. Я начала называть все юридические, так как у меня есть юридическое образование, казалось, что это все не те. Но, ну, не так страшно, как казалось.
буду надеяться на лучшее. Записалась на неделю на фитнес мужа. Обзорчики. Оборудовала себе уголочек. Иду рисовать. Я закончила.